девочки, которые сидят на лавке, они хотят играть, они хотят пробиться в состав. Вот в таких контрольных играх дается шанс показать себя, закрепиться. В втором тайме мы дали возможность поиграть всем игрокам, которые имеют меньше практики у нас в молодежном пересе. Ну, где-то они, может, волнение пересило, ну, не справились. Ну, из-за этого много ошибок, и поэтому получился такой счет. Первому тайму видно было, что команда-то превосходит, но много потерь, из-за этого мяч получилась первая игра. Во втором тайме потери убрали, и все закончилось сразу. Эта игра, собственно, и подразумевалась для того, чтобы посмотреть, на каком этапе мы относительно команды Суперлиги будем двигаться вперед. Вперед. А ты пошла не туда, не туда? Поняла? Шаг вперед. Поменяешь? Подымите. Обычно пятый. Ты попробуй. Не надо по 6 метрам бежать. Регулярно. Почему ты отправил? Много ошибок допустили в основном в защите. А так, в принципе, все девчонки старались. Молодцы. Первый тайм, ну, думаю, более успешно получился, чем второй. Будем работать, как бы. Работу никто, тренировки нет меня. У нас скоро впереди важные игры со Астраханочкой и Динамо. Я думаю, нужно поработать, и все будет получаться.